5 тысяч тракторов и грузовиков почти парализовали движение в центре Берлина. У Бранденбургских ворот собрались 10 тысяч фермеров со всей Германии. Недельный протест немецких аграриев достиг кульминации. Они выступают против планов правительства отменить налоговые льготы, а также субсидии на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники, которые выделяют уже 70 лет. Об этих планах стало известно в декабре. Меры призвали сэкономить бюджетные деньги. Протесты вынудили правительство пойти на некоторые уступки. В частности, оно пообещало сокращать субсидии на топливо постепенно, а не отменять сразу. Перед фермерами выступил министр финансов Германии. Сейчас я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета, но мы можем вместе бороться за то, чтобы у вас было больше свободы и вашу работу больше уважали. Впрочем, фермеров такой ответ не устраивает. Если правительство отменит план по повышению налогов, мы уберем тракторы с улиц. Пока этого не произойдет, мы продолжим использовать конституционное право на демонстрации. Между тем, фермеры считают, что протестуют ради благополучия всех немцев. Немецкие фермеры устанавливают самые высокие стандарты в ЕС. У нас самые высокие стандарты, и поэтому мы делаем продукты питания высочайшего качества. Нам не нравятся импортные продукты, за качеством которых следят хуже. Мы требуем равной конкуренции. Первым делом наше правительство должно поскорее уйти в отставку. Нужны новые выборы, поскольку нынешние власти не умеют управлять экономикой и разрушают ее. Правительство Германии вынуждено экономить средства, поскольку ранее Федеральный конституционный суд запретил тратить из бюджета 60 миллиардов евро. Эти деньги были взяты в кредит во время пандемии, но их не израсходовали. По мнению суда, правительство не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению. Отмена льгот и субсидий для фермеров помогла бы сэкономить 480 миллионов евро в год.